канале Принцесса Милана. Сегодня я буду распаковывать 4 посылки. Две серые, одну желтую и белую. Поплыли. Резинка. Это резинка золотого цвета с блестками. Это перо, сделанное из железа. Вот такое вот красивое серебряное перышко. Открываем следующую посылочку. Смотрим. А, не знаю, что это. А думала, кстати, это заколка ушка чертика. Оно одно пришло. И чертик, и чертик, и чертик, и чертик. Вот такой вот я чертик. Да, сейчас еще волосы перекрасить, тогда я буду чертик. Больше на ангел. Да, посылки больше ничего нет. Ну, открываем следующую. Да, надо постараться, чтобы достать это кольцо. Это кольцо. И вот это кольцо, оно все время какое-то зеленое, розовое, синее. Очень красивое кольцо. Вот такого ярко-приярко-прияркого, бронзового цвета, то ли золотого, не понятно. Вот это кольцо мне вот этот нравится, Страдик. Вообще, это вот так. Очень красивое колечко. Рекомендую. Это заколка. Заколка. Вот такой цветочек. Но это надо делать только в здании, потому что могут осы поверить, что это настоящий цветок. И налететь. Вот такой вот цветочек. Лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь дом целых и интересных видео. Всем пока! Был рыжим лес еще вчера, а дождика рябил.